Сегодня у нас начинается первый этап наших конкурсов, посвященных году литературы. На территории нашего Тулагино-Кильдямского наследия находится очень много организаций, и поэтому мы решили провести конкурс по организациям. Первый этап посвящен театрализации литературных произведений. Вы знаете, что очень много произведений, и сами предприятия выбрали любимую книгу, произведение, и решили выступить по этому произведению. Цель мероприятия, значит, пробудить интерес к чтению, чтобы люди не зря ведь обозначили этот год годом литературы, чтобы проявился интерес к чтению, чтобы люди могли показать знания литературы. Ну, мы выбрали это произведение Тимура и его команда, потому что Тимуры, они также были первооткрывателями в помощи вдовам в Великой Отечественной, когда погибали, некому было помогать в поселках, в деревнях, да, получается. И старикам. Ну и также медицина также тоже же идет на помощь, тоже оказывает также помощь пожилым и старикам, ветеранам. Мы тоже также безотказно всех лечим, и также безотказно Тимур и его команда тоже помогали. Кимелерин сирер, киергенерин килбигер. Манник барасан, паракас санна бахтар бит. Муада сога буллар бит. Күнүгүн төлүгө көмүлөп бит. Бака айла, обулуркан уста. Сылыкка айла, сырылах мурумдар. Кулуокка айла, умулах тарбахтар.